Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем играть с вами в игру Cuts. Так, лига завершена, и я получил ящик. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут будет. Так, пила, циркулярочка, проныра, комплект. Отлично, и 1320 денег в запасе. Так, мы перешли... А, какие мы? Кто-то там перешел на следующий этап. Детали от спонсоров. Циркулярочка, титан, бигфут, скутер, катер, диск и комплект здоровья. Да, хиленько, конечно. И еще у нас один ящик. Супер ящик. Так, классика, циркулярочка, титан, ракетница, проныра, катер, валун, пила. Слушайте, что-то мне как-то не особо удачно выпадает материал, из которого я буду лепить что-то. Так, давайте нажмем. Ну, давайте, ребята, посмотрим мою вот такую вот машинку. Что мы в нее вольем? Здоровье. Так, 13. Блин, что ты будешь делать? Давайте что-нибудь продадим. Так, ну и еще, наверное. И нам должно, в принципе, ребят, хватить. Вообще, инвентарь не мешало бы почистить. Слишком дофига всякого там хлама. Да, как раз будет самое то. И у нас с вами 390 хп, 165 атаки. Ну, если честно сказать, то мне не особо нравится этот гудок лазерный спереди моей машины. И я думаю, поменять его, наверное, надо будет на... Ну, на что-нибудь потом посмотрим. Все бы ничего, да, вот в этом проныре, но единственный недостаток — мало энергии. Кстати, ящики с энергиями мне вообще не выпадает почему-то, не знаю по какой причине. Один раз всего было, но и то давно. Поэтому, ребята, мне и приходится ездить вот на этой машинке. У нее два слота под оружие и один слот под вспомогаловку. То бишь, у меня в данный момент это ковш. Так, 7214 монет, маловато, конечно. Так, 41 атака у ракетницы. Ну-ка, если мы поставим, мы теряем, ребята, в атаке. Да. Так, а пила у меня 69. Так, итого у нас становится 176 к атаке, да? Колесо мне это не нужно, я думаю, можно его влить. И что, это тоже вольем. Я все равно им сейчас не пользуюсь. Один ковш можно потратить, второй. Так, и что у нас остается? Еще одна ракетница, да? Пока можно увеличивать жизни, и это можно, в принципе, вливать. Как только они перестают, естественно, все это продается. Хотя можно было бы и влить в другой корпус, но для чего? Так, 52, у меня 107. Ну что такое? Что, опять проблемы с соединением? Зачистили вы, ребята, с этим делом-то? Так, 52, у меня 107. Ну, можно было бы, в принципе, влить, если попробовать, или продать. Ладно, наверное, пускай пока полежит. А вот это вот... Всю трихомудию обязательно надо сбагривать. Особенно вот эти вот машины. Бесполезные, я считаю. За счет своего, естественно, корпуса. Так же, как и вот эти синие. Катера называются они. Так, а вот ваш... Ось куда-то вылезла, непонятно куда. Для чего они так делают, я не пойму. Ну, есть какие-то, видимо, в этом преимущества, раз такие машинки они делают. Так... Ну и что, хватает мне теперь? 19 тысяч? Нет, еще не хватает почти 3 тысяч. Да ладно, давайте сделаем так. Итого у нас 438 хп. Это не то чтобы много, но уже и немало. А так у нас, в принципе, нормально. Так, ну что, я смотрю... А, вот, можно ее влить. Да елки-палки, 3600 теперь не хватает, а? Что ты будешь делать? Так. Зарабатываем опять свои крохи. Так, 3564. Да, я думаю, продадим и пилу. Так. Ну-ка, отлично. И получается у нас в общей сложности 443 жизни. Пила 60... Ой, дрель 63. Ну, она длиннее, блин, да? А у меня на классику плюс 6%. Было бы неплохо. Смотрится, в принципе, неплохо, да? Длинное такое жало. Можно его, в принципе, увеличить. Но мне кажется, что
долго я с этой штукой не проезжу. Да и в атаке я потерял. Какая разница, короткая или длинная жало, да? Давайте поставим на место. Ну, вроде с машиной как разобрались, теперь надо, естественно, ее опробовать. Опробуем мы, наверное, на быстрой игре. Давайте проверим один раунд. Один, два. Так, что тут у нас? Ага, так, так, так. Моя победа, замечательно. Пила шпарит, будь здоров, как говорится. Да. Так, ящик получил. Давайте, ребята, пойдемте с вами, наверное, на лигу. А где я-то тут нахожусь? Ууу, я на шестом месте. Совсем плохо. Погнали. Так, отлично. Пока неплохо идем. О, два лазера, это плохо. Тихо, тихо. Ну как? Вообще отлично. Так, а тут-то что? Две дрели, что ли, у него там? Точно, блин. Или одна? Одна. Но мощная была. Так, это мой клиент. Отлично. Три победы, это уже хорошо. Блин, тут ракетницы, лазеры. Ё-моё, блин, да. Шансов не было. Вот, смотри, как хитро придумал, блин. Если бы у меня скорость была... А это что за тарантайка? Где оружие твое, братец? Гуннер. Так, а здесь? Здесь должен я затащить. Ага, так оно и получилось. Так, переворачиваем его. Даже не стоит перевернуться. Так, успокойся, парнишка, успокойся. Энтерекси. Так, а здесь что у нас? Ага, с пилой опять. Тихо, 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 тихо. А, у него еще и лазер там был. Вообще великолепно. Так, отдохни маленько, я тебя попилю пока. Вот так. Самое то, что надо. Тут вообще что-то парнишка забыл, видимо, оружие поставить. Да, бывает. Так, вот так вот, замечательно. Итого 10 побед, ребята, у меня. А, даже 11. И куда мы перемещаемся? На четвертую позицию. Четвертое место. Ну, а я хочу первого. Ну, первого мне, конечно, не видать. Вот из-за таких вот ребят. Но хотя бы второе, третье, блин. Второго места мне уже тоже не видать. Ну и, походу, третьего, естественно, тоже. Да. Вот она, ребята, эта троечка, которая мне не дает пройти на третье, второе или первое место. Ну, а остальных, как я помню, в принципе, разбираю абсолютно всех. Так, а почему у меня всего две победы? Я что-то не понял. Ну да ладно, должно быть, по-моему, если не ошибаюсь, 11 у меня за этот сезон, да? Сейчас посмотрим. Так, а вот это уже опасно, но проигрывает. Очень мало хп. Так, этот с пилой, у него пила что-то слишком коротка, была подлиннее, может быть, он не дотянулся бы, но проигрывает в очередной раз. В общем, самое сложное здесь это первая троечка. И они практически как сделаны? Построены на лазерах. Причем, если бы у меня была бы быстрая скорость. И вот смотрите, что делает. А, смотри, что делает. Если бы у меня была бы быстрая скорость, чтобы я мог быстро метнуться к нему, то, конечно, бы они были бы не жильцы. Но нету у меня, к сожалению, этого нитра. Нету ее. Да, то же самое, 11 боев и ничего не изменилось. Так я и остался. А, я даже на четвертом месте. Вот оно как. Понятно, будем знать. Ну, я даже не знаю, что можно сделать еще с машиной, а? Что можно в нее влить, чтобы как-то ее усилить? Или улучшить? Или укрепить? Дрель, колеса. Мало очень металлических деталей у меня, очень мало. А что если вот так сделать, а? С двумя пилами покататься вместо дрели. Давайте, ребят, наверное, посмотрим. В быстром бою сейчас протестим ее, как говорится, по шурику. Так, ну, тут уж больно легкий мне достался противник. Вот с ним ничего не понятно. Весь недостаток моей машины, что она очень медленная. Очень медленная, сами видели. Практически не едет ни шиша. Вот. Я не знаю, от чего это зависит. Видимо, от колес. Слишком здоровые, мощные, толстые колеса не дают мне нормально передвигаться быстро. Но деревянные колеса я тоже не хочу ставить, потому что они фуфловые и дают очень маленький прирост к хп. Так, давайте попробуем теперь на лиге наше мастерство и нашу тачку. Что она из себя покажет здесь? Так. Ага. Да какого лишь? А, ну правильно, у него столько жизни, 610 хп. Только за счет них он и выиграл. Оу, тут вообще печалька. Слушайте, ребят, по-моему, с дрелью было куда эффективней, да? Да, если бы эта пила хотя бы была бы развита, ну, я имею в виду вторая, по атаке, она
как там, 54 атаки у него вроде бы. Слабенькая, я считаю. А одна-то 100 с лишним. Вот тут уже нормально. Да, вот с такими машинками, конечно, в которых дрели, там, пилы. А вот с лазерными машинами, вот как наподобие это, если, естественно, я ее не смогу перевернуть, дела у меня идут плачевно. Ну, ничего тут не поделаешь. Итого у меня всего на данный момент 6 побед. Это мало, очень мало, ребят. Даже хуже, чем в тех заездах. Так, ну это уже, кстати, были. Я не понимаю, они что, не меняются, что ли? Или у нас как есть в лиге определенное количество людей? Смотри, что творит, а что творит? Как у нас в лиге есть определенное количество людей, так оно и остается. Новых игроков не добавляется почему-то. Одни и те же, вот смотрите, все то же самое. Так, иди отдохни. Моя победа здесь. Итого получаю 11 боев. Блин, практически тот же самый результат, что и с дрелью. Значит, получается, что ничего у нас не изменилось. И остаемся мы опять на четвертом своем месте. Да, раз такие пироги, то я думаю, что есть, наверное, смысл обратно поставить мою любимую дрель. По крайней мере, она прокачанная. Так, где она у меня здесь? А, вон она, 6%, да? Ну, а что мы еще можем делать? Больше, наверное, ничего. Колеса менять? А колеса менять на что? Давайте вообще без колес попробуем, а? Вот так вот просто будем стоять тупо и все. Давайте глянем, что из этого у нас выйдет. Бред, конечно, да, на самом деле? Вообще... По-моему, хуже не придумаешь, блин. Ну ладно, это с этой техникой. А с теми, кто быстро едет, или с той лазерной установкой. Да, давайте глянем. Так, что у нас получится? Так, ну. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще печаль какая-то. Ой, да этот сейчас меня тоже размажет. Так, второй. И вот этот у нас, по идее, третий. Ё-моё, он, оказывается, у нас просто стоит. И получается, что я вообще никуда не продвинулся, а только усугубил ситуацию. Да. И этот меня... Нет, этот тоже распинал. Ёлки-палки. И только из-за того, что я вообще не могу двигаться. Даже этот с пилой. Не, ребят, без колес тут вообще, вообще делать нечего. Разбивает кто не лень. Так, этот следующий меня. О, все. А нет, я выиграл. Как-то странно получилось немножко. Так, ну, тут хорошо вышло все. Блин, вот такие бы маленькие колесики, которые были у меня до этого, да? Но только деревянные или каким-то другого материала, чтобы они мне придавали скорость. Есть еще, конечно, одна мыслишка где-нибудь из ящика выбить нитро себе и делать резкий, как сказать, подскок. Потому что вы прекрасно видите, когда враг практически вплотную, он разбирается на ура. С помощью нитро я бы смог быстро добраться до врага, ну и, соответственно, его по-быренькому раздеребанить. 7 побед, это, конечно, ребята, никуда не годится. Это самый наихудший результат, по мнению моему. Поэтому давайте нафиг ставить обратно колеса. Это какая-то параш получается, просто слов у меня нету. Так, вот они, эти колесики мои. Хотя у меня есть и там колесики, но дело в том, что других я не могу поставить. Знаете почему, ребят? Потому что у меня машина начинает переворачиваться и вставать, как говорится, днищем к врагу. Днищем. Вот, поэтому только и остается мне вот эти вот колесики устанавливать. Проныра, он сам по себе такой транспорт хреновенький, если честно сказать. Легкий, неукрепленный. Я, может быть, даже сказать, зря, наверное, его и укреплял. Надо было просто дождаться следующего раза, когда у меня откроются очередные ящики. И наверняка там что-нибудь выпадет хорошее. Ну что, дорогие мои, буду я на этом заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно встретимся с вами в следующем выпуске. А на этом все, ребята. Пока, до скорого и удачи вам.